космическая тема продолжается. И четвертое стихотворение называется «Новое четвертое измерение». Трехмерное пространство позади. Меняется и пульс сознания Земли. Космический корабль по имени Земля меняет энергетику, вибрационные поля, ментальный мир, эмоциональный сдвиг становится видны, как и у Мунка Крик. Физическое тело не болит, и смысл теряет слово «аппетит». Друзья, вы отстегните безопасности ремни. Мы входим в абсолютно новые миры.